Он мягкий, белый, пушистый. Сибиряки мужественные, крепкие, пьяные люди. У меня, допустим, дядя, он в Сургуте, так у них под этим, под сиденьем, сюда бутылка коньяка. Сюда пельмени с собой сибирские, обязательно. Многие говорят, что все уральцы окают, и мы сами, хотя с Урала, но замечали это. Сибиряк — это большой мужик, который в одной руке держит бабу, в другой медведя, и того и другого дрессирует. Сибирь — залог здоровья. Сибиряки очень суровые, но справедливые ребята. Суровый, не знаю, грубый, волосатый. Что? Там холодно и ходят медведи везде. Сибиряк в холодное время года обладает, значит, вот покровом таким вот меховым, что, соответственно, создает воздушную подушку и, соответственно, теплопроводность уменьшается. Значит, второе качество сибиряка — оптимизм, всегда на позитиве, создает какую-то вот такую атмосферу серьезности при рассказывании всякой ерунды.